мои близкие отношения первые случились, мне в 19 лет. Я влюбилась в изумительного человека, артиста. Да, Фарух, ну, господи, все уже знаете об этом. Ну, я действительно, я любила его просто. Это восточный склад и человек. У него божественное тело и душа светлая. Это были счастливые, ну, скажем, счастливое время нашего общения. Я еще имела счастье с ним танцевать. Ну, в общем, это был такой вот яркий в моей жизни первый роман. Я очень рада, что моя личная жизнь началась вот с такой красоты. Мне всегда вызывало, честно говоря, раздражение эти заявления о том, что она ее влечет к богатым мужчинам или к деньгам. Я думаю, что совсем все не так. Для всех людей материальный достаток имеет какое-то значение, имеет большое значение, особенно в современной жизни. Но я думаю, что она в состоянии всегда обеспечить себя возможностями, деньгами. Это явно независимость. Обычно самое тяжелое – это зависимость какая-то от денег, от другого человека. Этого нет. Где бы она ни появлялась, люди просто вот подходили, давали ей свои номера телефонов, вокруг нее всегда была толпа. Вообще ужас. Другое дело, что она сама по себе девушка очень крупная, она высокая, да. А у нее такая достаточно природа, ну не мясистая, ну взбитая такая. Есть свидетели этого знаменитые, что Настя, когда была в силе, просто что она себе позволяла делать, да, она приходила и говорила: я хочу танцевать с таким-то артистом. А на спектакль назначен другой человек. Его снимают, хотя это, ну, когда афиши выпущены, это противозаконно. Этого человека снимают, не извиняясь ничего, просто говорят: вы знаете, типа, кто нам звонил? И ставят того, кого она выбрала.